Вечный огонь начали обносить забором. На территории парка коммунаров появилось ограждение, что вызвало беспокойство горожан. Они переживают, что лишат достопримечательности, ведь здесь планируют менять схему движения и перестраивать дороги. Чиновники успокаивают, стройка огня не коснется. Мемориал не уберут, а наоборот преобразят. Планируется реконструкция освещения Вечного огня, будет более выразительная и новая. Планируется некая реконструкция вот непосредственно входной группы, потому что у нас теперь не будет там проходить проезжая часть, да, а от перекрестка Ленина-Московская с выхода с подземного пешеходного перехода можно будет дойти и до площади Вечного огня. По проекту забор установили там, где в будущем должна быть проезжая часть. Проспект Ленина собираются соединить с улицей Татищева. Это случится в рамках глобальной реконструкции дорожной сети в преддверии чемпионата мира по футболу. Но зеленая зона не пропадет. Новые насаждения появятся вдоль улицы Репина, которую продлят до Верхесецкого бульвара. Напомню, работы будут проводиться на участке от Московской до Токарей. Главный проспект не только продлят, но и расширят. Завершить реконструкцию планируют к 2018 году.